Шалом! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей, как вы знаете. Сегодня приготовлю два основных соуса, которые в каждом доме обязаны в Израиле быть. Это соус, называется на иврите лимон кавуш, что в переводе квашеный лимон. И соус ариса. Ариса — это сушеный перец, сладкий перец. Его отмачивают на час, я потом покажу, как это чистится. И его можно делать сладким, острым или пикантным. Я сделаю его пикантным, с тоже сушеной чили, отмочу их примерно тоже час. Это соус, вы можете добавлять это и к рыбе, и к мясу, и к салату, и просто так мазать на хлеб. Давайте приступим. Я приступлю с квашеного лимона. Почему я одеваю перчатки? Потому что здесь чуть будет острота. Теперь смотрите. У меня здесь сахар. Здесь сахар. Здесь соль. Количество 1 на 1. Здесь примерно 200 грамм. 200 грамм соли, 200 грамм сахара. Здесь у нас тоже острые хлопья чили. Теперь мы возьмем такой тазик, высыпем сахар, соль и острый перец. Это очень простой рецепт. Хорошенько мы помешаем. Теперь мы возьмем основной наш лимон и нарежем это такими неаккуратными дольками. Попки нужно отдельно. Я думаю, что этого хватит, потому что у меня баночка не большая. Это на другую вещь пойдет. Теперь мы берем каждую дольку лимона, обволакиваем в эту нашу однородную смесь и кладем аккуратно в нашу баночку. И также все остальные. Сделаю на подвал. Вот видите, вот так он выглядит. Можно и по три. Ну, нужно учесть, что у такое это не пойдет. Оно должно все обохватить лимон, всю эту смесь. То есть это такие вкусы, это вкус сладкий, соленый, горький и кислый. И это, поверьте мне, это для рыбы это вообще идеально. В будущем я сделаю очень вкусный сэндвич. Называется тунасайд. Он идет с туны и с этими соусами. Вот, у нас накопился. Теперь мы жеваем. Посмотрите, сколько здесь сока выходит. Оно должно быть тугое. И как раз у нас здесь поместилось 5 или 4, я не помню. Ну, допустим, 5. Ой, я зря снял это. Теперь мы это все сдавливаем. Обязательно давить, чтобы сок раскрылся. Все. Мы это закрываем и в комнатную температуру на 4 дня. Это может храниться до полгода в холодильнике. Итак, первая заправка у нас лимон кавуш, квашеный лимон у нас готов. Теперь переходим к следующему. Следующий у нас чили, сушеный перец и сладкий перец.
Я его отмочил час, и это тоже примерно час я отмачиваю. Этот перец, он идет так. Я вам один специально уже порезал, почистил. Покажу, как я его делал, как я его чистил. Отрезаем попку. Разрезаем его. И все вот это мы вытаскиваем. То есть, если останется 2-3 штучки, это ничего страшного. Окей. Теперь у нас здесь уксус. У нас здесь молотый тмин. Чеснок по вкусу. Здесь сушеного перца у меня 120 грамм. Острого перца где-то 20 грамм. Я хочу сделать его пикантным. И чеснок, это уже по вкусу, я 5-6 штучек положил, небольшие. Мясорубка. Мы берем мясорубку. И все будем мясорубить сейчас это. Пока сейчас я буду шум. Перец. Я перцы прям так измельчу вместе с семечками. Семечек много, значит он острый. Чем больше семечек, то есть семечки это самые острые. Да, очень острые. Значит так. Измельчаем острый перец тоже. Измельчаю чеснок. Видите, как у нас все выглядит. Вот такая масса. Теперь она должна быть жидковатая. Теперь мы добавляем нашу арису. 2 ложки уксуса. 1 чайную ложку тмина, соль по вкусу, можно еще чуть-чуть, и обычного нейтрального масла. Ну, примерно вот так здесь. Может быть 40 миллиграмм масла. Он любит этот соус масла. Видите, какой? Вау, какой аромат. Обязательно можно попробовать на соль. Супер. Да, переборщил я чуть-чуть. Чили. Не вышло пикантное. Ну, видите, как масло впитало, наоборот, то есть перец впитал масло. Я еще долью. Еще где-то 20 миллиграмм. Вот. Как я вам сказал, это рис очень любит масло. Вот, оно должно быть масляное такое. Вот. Супер. Еще даже соли. Соли еще чуть-чуть добавил. Эта же заправка может к любому блюду вам подойти. К мясному, к рыбному, к салату. Хумусу, кто любит, тхина, курицы, к всему он очень универсальный. Хранится долго, не скажу сколько, но долго, пару месяцев это точно.
Это мне хватит на месяц, полтора. Очень рекомендую такое сделать к шакшуке. Когда вы начинаете жарить только все эти помидоры, добавьте одну ложку арисы. Вот. Супер. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И увидимся в следующей серии. Напоминаю, ариса и лимон кавуш, квашеный лимон, который он должен постоять в комнатной температуре 4 дня и в холодильнике до полгода. До свидания, Литрот, не жарко. Ставьте лайки, подписывайтесь.